Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Хеллер, и сегодня мы продолжим играть в игру, которая называется Hinterland Orc Lord. Как вы помните, в прошлой серии мы уже неплохо тут отстроили свое поселение и продолжаем фармить, убивать мобов. Поскольку многие из вас написали мне в комментариях, вот этот человек нужен, сейчас, давайте вернемся, заселим кузнеца. Поскольку многие написали в комментариях то, что продолжать снимать ее, я подумал, почему бы и не продолжить снимать. Так, вон они, травы. Или не те травы, не знаю, как надо. Что там убить? Вам требования. Ой. Вообще, просто халявная слава. Так, район. Все, мы бежим правильно. Здесь сейчас начнутся монстры. Так, вот он, первый гоблин. Ну, поодиночке гоблины это вообще легкие враги. Не будем брать этот молот, толку от него. Так, так, так. Вот еще гоблины. Раз, два. Ну, вообще, как вы видите. А без особых проблем с ними можно разделаться. И захватить этот. Так. Раз, два. Отдыхай, дружище. Все. Фармим золотишко. Вернемся в город. И наймем, наверное, торговца. Будем на него копить. Если меня сейчас, конечно, не грохнут. Сюда. Отлично, последний остался. Собираем. Так, нет, меч нам этот не нужен. Все. Где же ты ходишь, блудный сын? Выходи, дружище, я тебя не обижу. Вообще не понимаю, что ты где он. Вот остался один враг. Так, кто тут бежит? Это лучше не тот самый. А, да, это, походу, тот самый. Раз. Ох, какой он крепенький. Ох ты. Блин. Так вот тут надо от него еще увернуться, умудриться. Да он не бьет! Блин, меня убили. Долбанные гоблины. Щит. Ладно. Так, тосковал что-нибудь? Годное. Стальной кинжал все изготавливает. Зачем он мне нужен, такой стальной кинжал? У меня есть. Даже защитный стальной кинжал называется. Так. У нас в городе, по-моему, нет трапера, а к охотничьим угодьям я уже нашел путь, так что можно его нанять. Здесь его построим. Так, сейчас посмотрим, какие у нас есть здания. Так, большая ферма. Тут драконий ферму только можно сделать. Так, ну, в принципе, пока все нормально. А можно же ли уже... Можно ли... А, 48 нужно, чтобы трактир сделать. Ну ладно, пока топаем. Куда-куда топаем. Да разделаемся с тем гоблином хитрым. Сейчас я с полной хпшечкой, ты его должен вынести. Так, а чё? Снижает урон, увеличивает скорость. Да, тут один остался. И это, скорее всего, тот гоблин самый, которого я убил. Хотя не факт. Погодите, сейчас вот сюда приду. Да, да. Наверное, это он. Хотя нет, он, наверное, оттуда. А где же отсюда, чувак? Ладно, пофигу пока на этих гоблинов. Побежим вот в эту сторону. Посмотрим, что здесь. Тоже гоблины, вы не поверите. А, вот он где спрятался. Вот, все. Мы зачистили эту область. Берем денежку. Так, здесь троечка. Пошлите вон на ту троечку, там тоже все зачистим. Веселый гном. Надо будет создать плейлист на канале, если уж там больше будет одного видео. Я просто думал, покажу вам эту игрушку, а вот некоторым из вас она, видимо, понравилась, так что. Так.
жестокие ребята, они как с отравляющими этими штуками. Ну. Фух. А, вот этот чувак самый опасный. Ну ладно, мы пока уйдем, потому что, смотрите, меня жестоко ударил. Так, я выжил. Это нормально. Все, забегаем в город. И пополняем пока свою хпшечку, бегаем здесь. Так, и думаем. Сколько нам нужно, чтобы построить? 100 золотых, чтобы было имение. Ты что-нибудь сделал уже, дружище? Да, просто сделал стальной кинжал, а сейчас все делает. Солдатский короткий меч. Ну, может быть, будет пригодиться. Ну, будет нужен мне, не знаю. Может пригодиться. Оружейная лавка или просто оружейная. Зарабатываем мы 5 золота в день. Все, бегут налетчики. Сейчас будем биться. Так. Быстрее. Где? Кузнеца, что ли, придется опять выдергивать? Вот, блин. Не будешь ты избегать никого. Ты будешь биться, как лев. Вот как у нас мощный кузнец. В этот раз я буду рядом с кузнецом находиться, чтобы его не убили самого первого. Да, вон оттуда бегут враги. Эй, скелет. Отлично, я принял удар на себя. Кузнец просто не помогает, лупит. Давай. Оп. Отлично, красавчик. Все, последний убиваем. Все, мы победили. Кузнец красава. Так, талисман удачи. Больше идеи. Искать лучшую долю, а торговец совершает более выгодные сделки. Различные предметы инвентаря для использования. Так, ну больше еды мне не надо. А мне нельзя поставить? Нет, мне нельзя поставить, только жителям. Топор. Ну возьмем в инвентарь города, когда у нас будет торговец, продадим все это. Так, короткий меч. О, укрепленной брони, это не надо, да, это хорошо. Короткий меч можно взять пока в инвентарь города, потому что у меня стальной кинжал лучше. Не знаю, сейчас посмотрим, какой меч он скует, короткий, солдатский вот этот. Пока побежим бить гоблинов, вон в ту сторону. Так, улучшить лагерь для охотящего сторожа за 28 золотых. Вообще нельзя. Так, поместье, мастерская луков. А, мастерская луков. Но мастерской луков у меня нет. Так, мы тогда побежали сюда. Потихонечку, так, полигончику. Сюда, дружище. Раздам тебя. Оп. Ну, с тобой-то легко. Вот когда подойдем вот к этому чуваку, который сам со своими отравляющими фигнями, вот это будет опасно. Вот этот, да. А, нет, это другой. Я вез. Круто. О, какой ты опасный, оказывается. Так. Атаку надо качать. Повышать оборону. Придать дополнительную еду. Здание приносит больше золота. Эффективно. А, нет, беги. Да нет. Я подох. Опять. Чёртова гоблина. Посмотрим, как выглядит этот солдатский меч сейчас. Наконец-то я вкачал себе атаку, потому что видите, какая большая у гномов защита, какая маленькая атака. Так, солдатский короткий меч. Да, давайте его возьмем. Скорость быстрая. Ну, конечно, не очень быстрая, но нормально пойдет. Так, и сейчас, погодите, прям одну монетку получил. И наймем торговца. Ну, заодно хпшечку пополним пока. И продадим ему все наши ненужные вещи. Отлично. А, все, да. А, там нельзя, ему трактир нужен. Поместье ему надо, разве? Чего себе. Да ладно. А, у меня есть поместье, по-моему, да?
погодите. Поместье и трактир. Да, у меня есть поместье, мне нужен трактир. Ну, сейчас трактир будет. Но поместье еще долго. Ладно, пошлите убивать. Пока. Гоблинов опять. Оружие у меня уже получше. Да и броня получше. Как вы видите, все стало намного проще. Так, собрали золотишко. Так, отлично, этот гоблин просто бьет, у него нет никаких отравляющих веществ. Раз, два. Вот теперь с таким оружием мы просто их ложим, просто косим потихонечку эту всю толпу. Капкан мы возьмем. Надо будет экипировать сейчас, вернуться в город, экипировать все своим жителям. Все вещички. Так, все, готов. Парень отдыхает. 36 золота. Возвращаемся. Экипируем своим жителям некоторые предметы. Надо будет торговцу экипировать эту штуку, пусть деньги нам больше приносят. Денег нам больше приносит. Потому что пищи у нас вообще дофига. Сейчас вот этому парню. Ой, парню. Пардон. Этой даме поставим овес. Вот а почему нельзя сразу два поставить, чтобы по 100 раз не бегать, не ставить? Все равно потом через. Мой брат по оружию. Блин, я не могу не взять гнома себе. Наконец-то будет нормальный гном. Так. А кто ты вообще? Я что забыл проверить? Ремесленник? А, он просто ремесленник. Ну вот, он будет в мастерской луков работать как раз. Булава. Ну зачем мне булава, если у меня есть вот это оружие? Прекрасно. Ладно, потопали. А, сейчас, погодите. Экипировать этому чуваку капкан. Держи, бородач. Свой капкан. Блин, а может его тоже сказать? Нет, пока брони нет, я не буду ничего говорить, чтобы он украл. Конечно, у меня есть броня, ну ладно, что ж тут. Всех, что ли, направлять на войну? Пусть пока он отдыхает. Гнома надо будет взять, у них защита большая, они долго могут сражаться. Так, а мы пока потопаем вон сюда. Там все расчистим. Пофармим на легких мобах. Так. Вот мы. А вот и я. Так, нет, туда мы не пойдем, там. Отлично. Золотишко. Ох, это хорошо вообще. Зелье, это нам то, что нужно было. Ибо ХПшка не резиновая. Вообще просто рубим, как хотим. Еще золото. Мне нужно... А, ушел торговец, блин. Ладно, пусть пока... Ну, подкопим пока, как торговец придет. Вот они, последние два остались. Твою ж маму, твою ж маму. Три, три, так. Нам не надо. Вот, золото заберем. Все, побежали, побежали, быстрее, быстрее, побежали, побежали, побежали. К городу. Там нападение. Сейчас убьют нашего бедного кузнеца второй раз уже. Обнаружить сундук с сокровищами-то я это знаю, а вот кузнеца сейчас моего могут убить, это мне вообще не хочется. Беги, 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 беги. Отлично, 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 все, мы на месте. Мы успели до нападения, скорее всего. Да. Гном пока надо вооружить. А, нет, все, мы опоздали вооружать гнома. Ну, значит, в следующий раз вооружим гнома. Смотрите, вот этот скелет постоянно нападает и нападает. Так. Кали, кали, кали. Нет, они убили. Они сейчас его убьют. Так, так, так. Ну, отступи. Молодец, отступил. Красавчик вообще так рубил. Костяной лук. Ну, давайте продадим его. Так, бычий рог. Дару смог делать свои товары более эффективно.
Так, это мы закинем сюда. Это мы продадим тому же новому торговцу, когда он у нас появится. О, вот, укрепленная кожаная броня, это хорошо. Еще одна. Так, все. Тек, ты получаешь свою броню. Какое у тебя оружие? Стальной кинжал? На вот этот, на защиту, чувак. Так, где мой брат Пая Расси? Получаешь булаву мощную и укрепленную броню. Также ты получаешь у нас... Смогдащи вам нельзя закинуть, конечно же. Так, что тебе можно закинуть, чувак? Делик, можешь... О, он выпил его. Повысил атаку, блин, когда мы не в бою. Глупый я. Так, ну у меня больше нет никаких плюшек пока, так что... Так. И мастерскую лук построим. И побежали улучшим трапперу его домик. Вот, мы добываем 16 пищи и 8 потребляем в день. То есть 8 мы запасаем в день. Это вообще просто уйма. Во, мясо дичи. Из охотничьей сторожки. Это вообще круто. Мы повысили качество своего города. Ну хоть броню, если нормально нашел, радует, а то ходил всего там. В этих лохмотьях. Требования. Какое там у тебя требование? От вашего. Блин, еду мою сжирает и сжирает. Ну хоть легкая слава, мы ее еще наклепаем сейчас еды этой. У нас дофига. Так. Район. Так, вот этот. А потом надо будет уже портал зачищать. Какие сильные тут монстры, если честно. Ну, это, наверное... А, не помню, выбирал я. Там вообще можно выбирать сложность в этой игре или нельзя? По-моему, можно. А, да, можно. Я играю, по-моему, на более высоком, на среднем. Поэтому и монстр соответствующий сильный. Так. Блин. Еще дай нам денежек. Так, этого гоблина сейчас надо замочить. Отлично. А, я его не бил. Мы сейчас убьем. Все. Целую толпу положили. 38 голды у нас есть. Некромант, да, чувак похож на некромант. Нездоровый у него цвет лица. Ну, давайте вот сюда сходим. Там попробуем кого-нибудь поубивать. Ребятушки. Вот сюда. У меня теперь неплохой лут. Так. Ну, куда мне? Солить, что ли? Ну, давай. Выбросим. Да. Нафиг это нам надо. Она и стоит очень дешево. Только зря таскать ее с собой. Чуть было, я не знаю. Ну, ладно. Скотин ты, ну, чё? За дурака держишь, что ли? Таинственная мантия, да, вот тут не, можно неплохо продать. К лучникам надо просто поближе подбежать. А потому что они вблизи не могут стрелять нормально. Беги, беги, беги! Пр-пр-пр-пр-пр. Мы убегаем потихоньку от толпы гоблинов, потому что они нас сейчас убьют. Потому что хпшки уже не осталось. Отхилимся в нашем городе. Самым лучшим. И все. О, вот пономаря надо нанять, типа, чтобы он построил там свою церковь. И взять бога здоровья, чтобы он нас хилил очень быстро. Потому что тут время, это очень важный момент. Да, мы построим. Ну, вот здесь только вот. Церковь как-никак, пусть будет на главной площади. Качество города уже 4. Так, бог здоровья, бог войны, бог шанса. Да, бог здоровья, все правильно. Теперь он быстрее всех будет хилить. Ну чё ты не хилишь-то? Чё-то он не хилит. По идее должен хилить прям быстро.
Идти еще до храма зла. Храма добра. Ну, мы, конечно, пойдем в добро, мы же добрые. Ладно, потопали. Пошлепали. Ну да, нормально, нам хватит хпшку, чтобы разделаться там с двумя гоблинами какими-то жалкими. Несчастными, жалкими гоблинами. Гном совсем не жалкий. Великий народ, знаете ли. Так, торговец, блин. Все больше и больше денег дерут за свои услуги эти торговцы. Совсем оборзели. Ну куда мне еще третьего ремесленника? Я уже вроде во все разжился. А. Блин. Заколебали. Блин, не слабо. Дебафают только и все. Третий раз уже до этот момент слился. О, медленно, ну топор ветерана, знаете ли. Это дорогого стоит. Так, давайте заберем пока эту фигню. Оп. Ну, вроде все. Так, ты чё? Крестьянская одежда, крестьянская одежда. Не пойму я что-то. Как у них ход мысли идет, ну ладно. О, блин, я не увидел, как написали. Убили моего гнома, походу. И меня убили. Мой кузнец, по идее, должен затащить. Кузнец, блин, вообще крутой чувак. С железными мускулами. Просто всех раскидал. Гномик, прости меня, брат мой. Что-то он как-то удлинился, когда в бой пошел. Странный принёк. Ну ладно. Слава 32, у меня 10. Фу, блин. Мы там времени вообще играем. Нормально, еще поиграем. Еще поиграем. Так. Идемте убьем. Нет, стойте, давайте уже до конца подхилим в этот раз свою хпшку. Потому что, знаете, вообще не хочется как-то унижаться. Да. Да. Вот, видите, он начал хилить. Как быстро хилится хп. Раньше она очень долго хилилась. А теперь бог здоровья, он нам хилит быстро хпшку, типа. Это благодать на меня всегда зашла. Так, а у него какое оружие тут, солдат? Давайте солдатский поставим. Чтоб лучше всех лупил. Ну а сам я отправляюсь лупить других ребят. Что-то он не делает мне ни одного щита. Почему, я не понимаю. Потому что щит был бы как раз, кстати, к моему оружию. Насколько я помню, подойдет, по-моему, щит. Ух, я прям уже замиранием сердца думал, как бы не убили меня, потому что такой урон моя слава не перенесет больше. Так, пойдемте захватим кладбище, там за это должны дать неплохие деньжатки. Более что не самые сильные чувачки его обороняют. Сказал я и увидел мощных гоблинов. И начал убегать. Опять пришел. А, нет. Это забулдыга. А может и гном, я не знаю. Похож на забулдыгу. Не знаю, куда дальше качаться. Смотрите, какие сложные. Здесь везде мобы. Я прям не могу.
куда идти? Только вот в эти врата или на кладбище то же самое, и все. Либо в порталы. О, вот, отлично, можно бафнуть свою славу, наконец. Все. Проще простого. Сейчас мы немножко еще денег поднимем и наймем торговца. Заодно ХП пока пополним. Так, ты кто у нас? Гробовщик. Я обеспечиваю славу. О, это неплохо. Надо будет его потом нанять какой-нибудь. Ну или не его, может. Его. Ну, короче, гробовщика нанять. Последняя монетка осталась. 7 монет в день мы получаем. Ох. Хороший щит. Отлично. Это мне нравится. Это я люблю. Так, все. Слава 75. Тьфу, блин. Тьфу на тебя, идиот. Так, я не понял. Зачем тебе дом? А ты не можешь жить в мастерской луков? Потому что она ремесленник. Ну вообще капец. Ее 33. И сказать ей, чтобы она продавал свои товары. Вызвать товары, значит, след приключения. Я буду сбегать врага, если город такой. А, да, пока нет торговца, мы не можем сказать. Зачем нам твои луки? Длинный лук. А, вот она исследует. Ну вот, нормально. Вот этого чувака бы надеть, гробовщика. Смотрите, у него статы крутые. Мы ему там одежду дадим, он будет всех лупить вместе с нами город вещать. Так что это будет вообще просто очень круто. Так, пока идем, захватим портал. Так, вражеские налетчики идут, надо вернуться в город. И быстрее вернуться в город, потому что если умрет еще один мой последователь, я уже не могу не пережить. И если я еще сам сдохну. Блин, мне уже поскорее нужен травник, чтобы производить зелье, потому что без зелья вообще тяжко. Уже в последнее время становится. О, как я не собрал. А, тут броня это помещает. Но это не надо. Так, и ХПшку мне, смотрите, пополняет. Прикольно в битве сейчас, если будут так пополнять. Всем нам ХПшечку. Где ты, мой верный воин? Ах. Где мой, блин, помощник кузнец? Мать твою. Хорошо, хорошо, наконец-то. Наконец-то. О, ржавая кольчуга. Но это лучше, чем у меня стоит. Меч. Но это лучше, чем мой топор. А золото это вообще круто. А, он же двуручный. Нет, откинулся мой старый добрый воин. Твою мать. Слава у меня минус 8. Мне сейчас придется ее бафать. Иначе. Твою мать! Да вы ушли. Ненавижу вас. Ненавижу вас. Ненавижу вас. Ура, я всех убил. Любите меня. Блин, они еще и убили трактирщицу. Вообще супер. Мы в полной жопе. С вами. Да, я думаю, на этом мы закончим. Вот данное прохождение. Мы не будем прекращать играть в эту чудесную игру. Я еще начну за новых персов. Поиграем. Но, блин, ну как я пойду сейчас с этим ХП? Ну времени тоже нет. Блин, был бы, не нашел бы я побольше где-нибудь зелий, было бы вообще все круто. Поскольку я их не нашел, то вообще просто трэш полный.
Очень печально все у нас. Очень-очень печально. Ой-ой-ой, что же делать? Я вообще не знаю, что сейчас сделать. Как вообще это слово можно сейчас быстро так набить? Только если портал, я думаю, захватить, то получится. Ну, если мне надо захватить портал, что я здесь стою? И вообще, я так подумал, мой топор был лучше моего меча. Почему? Потому что он, с ним можно использовать броню, ой, щит, который дает мне броню. Да еще плюсом он наносит сам 5 урона, а двуручный меч наносит просто 6 урона. И с ним нельзя использовать какую броню, так что я решил взять топорик все. Побежали туда. Блин, на этот сложный уровень сложности вообще очень сложно. Да, тавтологию какую-то несу, но это реально так. Вообще просто жесть. Четвертый уровень у меня, никак не могу я апнуть пятый. 3 дня мне осталось, или меня уволят. Да вы чё, офигели, я все это поселение вообще построил. Как вы смеете меня увольнять? А, вот этот лагерь, эти люди, которые постоянно нападают на нас. Сейчас нужно их разместить хорошенько здесь. Так, сейчас убежим. Сейчас убежим, а потом всех разместим. Надо поодиночке их так выцеплять. И лупить. Где вообще шкала опыта показана? Тут даже нет шкалы опыта. Как понять, когда у тебя там уже левел ап скоро? Нет, нет, нет. Нет, нет, я так не хочу. Отлично. Вот это то, что надо. Вот это то, что нам нужно. Отлично. Подох. Ну и как я убью-то остальных? Тут осталось всего 2, по-моему, да? Да, их осталось-то всего 2. Так, побежали, побежали, побежали. Сейчас он отцепится. Так. А теперь. Хоп, свертуханчика. Нет, не получится. Надо вернуться на базу, по-бырому пополнить хп-шку, вернуться и надавать им люлей. И как раз мне, наверное, восполнит ту славу, которой у меня нет. Ну, по идее, так и должно быть. Будем надеяться. А, меня скоро уволят. Ваша репутация низкий. Вот такой. Низкий, это потому что я гном. Шутка такая. Да, согласен с вами. 32 славы. Мне еще потом как-то нанять их этих ребяток нужно будет. Непонятно как. Как-то еще больше бафнуть славу. Чтоб у меня тут хотя бы что-то развивалось в городе. 1,8 дней. Да. Что-то нужно прям делать супер быстро, как-то. Даже позволяет опытно добывать больше дичи. А что же вы сразу не сказали? Получай свой лук, друг. Так, и держи вот эту еще штуку. Почему? Не знаю, почему нельзя. А, потому что он не трайпер, он охотник уже. Ну все, он получил свой крутой лук. Пусть бывает больше дичи мне. Так, все, и надо быстрее бежать. 1,6 дней осталось всего. Надо всех там завалить. Быстрей. Так. Где мы там находимся? Так, мы уже прям близко. Ну, по идее, я должен замочить сейчас этих двух чувачков. И вернуть свою славу. Потому что, типа, захватил портал. Хватило. Карта слёв.
хотя бы есть зелье на ППшку. Мне теперь осталось только 1-12 дней. Я даже знаю, куда я дальше пойду. Вот сюда вот. Мне нужно по-бурому будет захватить этот портал, или хотя бы перемочить там большую часть этих, чтобы успеть. Успеть, чтобы меня просто тупо не уволили. Моя должность. Один день остался, господи, все, надо уже туда быстрее бежать. Нет времени заходить в город. Просто нет времени. У меня есть, если что, зелье чудесное, волшебное. У меня остались всего лишь одни сутки, чтобы восполнить свой недостаток в славе. 0-8 дней. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстрее беги, быстрее беги. Главное, чтобы на меня сейчас не напали в этот момент. Гоблины, они так бьют. Нет, все, мы проиграли. Это поражение, ребята. Но мы продолжим играть с другого персонажа в следующий раз, потому что, ну, мы сейчас уже не успеем. С вами был Хейлер, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.